Парни, парни, парни. Все дружно вместе. Мы зашли в рыбавщик Сиш и нас встретил аутист. Это надо в песню добавить. Прожигаешь, да? Мы же планируем песню про рыбавщик Сиш выпустить. Ребят, замутьте, а то я через кого-то услышу его речь снова. Я не могу его замутить. Ну, зачем могу, но... Ну, не хочу. Совесть не позволяет. Да, он же так старается. Что-то сказать. Ага. Но у него не получается, потому что у него не развита речь. Меня убил ДЦПшкин. Не знаю, где я. ДЦПшкин? Полицейский ДЦПшник? Денис, скажи, так, ребят, заходим через второй. Скажи, что ты в голосовании. Я крыса. Денис, крыса. Понял, принял. Ребят, давайте через второй зайдем. Может, меня кто-то прикрыть, чтобы я продронил? Зачем? Денис, как Денис, всегда вы вместе ходите. Здесь есть. Маэстро, маэстро к вам идет. Нам идет маэстро. Маэстро, вот Кавира. Маэстро и Кавира, вот на метке. К вам бегут. Кирды к вам. А? Все, я убегаю. Куда ты полез? Молодой. Я сюда. Молодой, уже богатый. Надо ездить, умирать. Давай, давай. Ну так залетай, Дози, я же фьюз. Нет, ты залетай. Реально? Я думал, ты ФСБшник. Да, класс. Оперативник. Не-не-не, Денис! Самая братишка! Кушай ростишку. Ты сказал, встань и иди. Молодец, классно. Встал и пошел. У меня, блин... Маэстро убили? Пошел и встал, блин! Дозя ты, сукин! У вас там маэстро где-то топает. Где он? Ты гений. Кандидат боевых наук. Мы на первом. Вон он ходит. Где? А, вон он. Ребят, вы не серьезно играете. Я хочу, чтобы вы серьезно играли оперативно. Гурайт. Он сказал гурайт. Только кому неизвестно. Защищайте химконтейнер. Мне на точке, чел. Метку поставь. На моем трупе. Просто. Плохо по минус. Бред. Я ей дал. Как минимум два выстрела в тело. Аутист гейминг представляет. Прост нагибатор. Тан-тан-тан. Похоже, своего друга нашел. По уму. По разуму. Да. У меня бомжа украли. Ну ты бомж. Дозя, я понимаю, я дал минус 3, я мог дать минус 4, но меня перестреляли. Ты какого хрена подо мной люк сломал? Я вас случайно. Дозя, Даня, ты веришь, что он случайно подо мной сломал люк? Махая везде. Я верю в то, что я здесь лишний. Ты пятый, а не третий, так что нет. Ты шестой. Ну где тиммейт? Меня с двух сторон жмут. Что это за бред? Вы видели, как Валькирия в него всадила? Это Рега. А ты... Боже мой, бред.
Бразилия. Бразилио. Нашел. У них есть Виджил, Вирджил. Капитан Вортон. Лосьон для бритья. Арунья. Лосьон для бритья. Ну, так, короче, у них тут чел роумит, а мне нужно сюда попасть по-хорошему. У них Виджил есть, да, он роумит. А его спалили по IP. Он на третий ушел вроде. А, нет, он на втором. Или на третьем, понятно. Денис, ты как-то плохо смотришь за Виджилом. Что это за фигня? У меня тупо перемещает. Ты уверен, что хочешь так пойти, Денис? Может быть, через я этот уже работу? Точно не хочу. А, там Виджил? Да, у меня чел. Чек, где он? Поставь клетку. Убил. Мы спасли негра? Тебя. Ты убил негра? Да. А я тоже помогал. Парни, вы лучше. Тачер. Куй тачер? Я тетчер. Где он? Тачер. Ребят, тачер. Я не могу профьюзить этот этаж. В прямом смысле. А вот, бля. Тут поверхность не позволяет. Ладно, пожертвую своей эми-гранатой. Есть у кого дрон срочно? Дози, дрон есть? Да. Короче, там будет смоук сетка. Кинул. Выключи сетку, в нее влети в сетку. Вот сетка красная, в нее прыгни. Пошли. Больно. Я вот прекратил стрелять, а в тебя попал последней пулей. Пора ставить. Мы на друг друга посмотрели, пора а потом фьюзить. Только начали стрелять. Парни, пора фьюзить. Самое то. Один хэбэт поможет отнять монет. У твоего соседа. По бомжеграду. Сейчас у них все повыходят и какие-то профессионалы зайдут. Второго уровня. Челики. Да. Опенкуб. Со всеми персонажами. Да, буквально. Опенкруг. Денис, я же тебе рассказывал. Опен фрактал. А, ну так тоже можно. Опен фрактал. Определите, где химконтейнер. Я, блин, по маэстро два раза в голову стрелял. Его кровь была 0 хп, 0 хп. Чёрт! Я упал, ребят. Помогите мне. Я приупал. Как тебе попасть-то, ё-моё? Только сам не упади. Чё, последний? Давай, мы его победим. Вместе мы сильны. Чудеса творительные и всегда устремлены к победе. Сзади камера. Что? Ну-ка, фраг-мувик. Смотрите, я просто на рандом стреляю. Фраг-мувик! Читер! MVP! Даня Вашара, ты затащил раунд, поздравляю! Чисто от всего Rainbow Six Siege. Иди! Погулять, иди погулять. Я даже не знаю, где он. Просто, даже не знаю, как я убил там его. Там вообще удивительно. Так и надо. Я просто выстрелил. Даня, так играют все. Даня, это называется скин. Чтобы ты понимал, я еще на канате прыгал в этот момент. Даня, это называется скилл. Так и надо играть.
Понятно, надо будет все время на канате. Нет, надо все время стрелять в стену. На тросе, на тросе. Надо стрелять в стену, и ты сделаешь. Надо сквозь стены, сквозь всякие предметы стрелять, да. Да, ты не знаешь, где еще. Ты не знаешь, где враги, но ты всегда должен давать вантап через 2-3 стены. Минимум. Ты понял? Принял. А то, типа, ты скилл как бы покажи свой, как ты умеешь рандомить. Ну где там Эмиль там? Который... А, Эмиль-то не Тащанкин. Они прорывают оборону. Просто не вылазь, они пикают. Просто займи какой-нибудь угол и встречай. Ребята, я, конечно, не хочу вам ничего говорить, но вам кирдык. А я знаю, мы знаем. Что? Разряд в разряд в тело с МП7, потом с пистолета 3 попадания как минимум. Ну это просто эта точка, это лучшее место на свете. Тут это Маврик. Лучше, это лучшая точка на свете. Маврик. Прикольно. Рио-де-Жанейро. Тут нужен дробовик. Да. Дропшотермен тут нужен. Дропшотермен. Он дропшотер, он дропшотер, мэн. Только все свистни, задропшотер, он все тут убьет. Только свистни, он появится. Дропшотмен! Шотмен! Все маму его в кино водили. И видели в магазине. Дропшотмен! А только дропшот не он придет. И тебя за дропшотит. Дропшот, мэн. Ребят, укрепление. Денис, зачем ты все залепил? Как мы будем дропшот? Там взрывы атомные. Взрывы. Да, всего лишь там какой-то атомный взрыв. Легкие атомные взрывы. Блин, генерал Уортон, ты чё? Как он стал генералом? Ну, он родился им. С именем генерал? Со званием. С именем. Так, генерал, вам 2 по уроке истории. Да я эту историю проходил, ё-моё, что вы мне говорите? Я был на этой истории, я был на войне. Генерал, не говори. Да, на войне нёрфов. Кто кого занёрфит? Да. Кто кого заромит? Война роутеров. Война роутер провайдеров. Парни, за что я вас люблю? Потому что вы гении.